Всем добрый день! Мало кто догадывается, что это. На самом деле это набор косметики, подарочный набор, который отправляется к земляковой Валентине. Я просто-напросто напомню, что я на канале периодически объявляю всевозможные акции. Так вот, Валентина у нас трехкратный победитель, а акция была такая, звучала она так. Самый активный комментатор и комментатор, который получит больше всего, скажем так, в своем комментарии лайков, да, он получает от меня индивидуально подобранные наборы косметики. Вот Валентина победила в первом у нас ролике, нужно было комментировать упражнения для шеи, вот, то есть была заявочка на вот эти два косметических средства, ну а вот это все остальное, это действительно уже после общения с Валентиной, когда я узнала, чем она пользовалась, что у нее есть, ее возраст, ее пожелания и так далее и тому подобное, вот это все теперь едет к ней домой. И есть у нее парочка, сладкая парочка из коллекции Гардерика, есть у нее фактически полный комплект из коллекции Реноваж, есть у нее специальный тоник, вот еще раз повторю, я все подбирала для, как для себя. Будут у нее вот такие вот ампулы из коллекции Платинум, любимейшие мои продукты, вот эти вот ампулы, несколько альгинатных масок, маска детокс, моя любимая, маски вот такие вот тканевые, и последняя фишечка, которую я добавляю, вот этот самый крем от растяжек, о котором я уже делала один ролик и проговаривала, что этот крем великолепно восстанавливает зону шеи и декольте, то есть возраст, да, скрывает наш возраст. Есть еще одна победительница, которая появилась, это Елена Иванова, и у нее как раз таки тоже будут вот эти продукты однозначно. Мы с ней договорились, переговорили на когда, у нее будет акцент больше на ее проблему, то есть там на зону шеи и декольте. Так вот, смотрите. Ну, жду еще победительницы, до сих пор не откликнулись, но тем не менее, к чему я вот это вот все показываю, да, мало того, чтобы порадоваться за Валентину, очень действительно приятно было общаться, и я надеюсь, в ближайшее время я отправлю все вот эти вот косметические средства, это один момент, а второй момент, то, что сегодня у нас 30 июля, и подведение итогов, то есть выискивание трех победительниц, которые активно комментировали мой курс «Решейпинг 21 день», специальную программу на восстановление формы лица. Но я просто-напросто напомню, что с моей точки зрения, как женщины, как косметолога, решейпинг, то есть восстановление, дословно восстановление формы, одними упражнениями справиться невозможно. Да, можно как-то подкорректировать форму лица, но возрастные изменения на коже, с ними справиться без специальной действующей косметики, ну, практически невозможно. Поэтому у меня два направления, это и упражнения, конечно же, уход за собой. Так вот, смотрите, меня попросили продлить еще немножко, потому что некоторые только включаются в процесс решейпинга, некоторые только делают, некоторые еще в недоумении не могут понять, что и как, к чему. Поэтому я вот продлеваю условия акции на подарки именно до 21 августа. То есть у вас есть еще полный цикл, полная возможность включиться вот в эти самые, вот в этот самый курс «Решейпинг 21 день», поделать упражнения, получить действительно с гарантией уже первые какие-то результаты, и потом с победительницами я точно так же индивидуально побеседую и подберу им те косметические средства, которые лучше всего будут им подходить. Тем более, смотрите, вы вот сейчас, у вас, наверное, хаос в голове, да, вот как это, казалось бы, несовместимые какие-то продукты, на самом деле я вот для Валентины распишу схему применения этих косметических средств, что, к чему, когда, зачем, то есть на самом деле у нее на несколько месяцев будет своя индивидуальная косметическая программа. Еще раз повторю, вот точно так же будет с победительницами, которые активно будут комментировать курс «Решейпинг 21 дня». Вот, так что вот такой нюанс. И еще одна такая вот как бы заявочка или сноска, это то, что я в своем канале Инстаграме тоже буду давать вариации подарков, да, вот буду анонсировать подарки, буду там же, кстати, рассказывать больше про макияж антивозрастной, по крайней мере мой, потому что, ну, в Ютубе у меня немножечко другая направленность, поэтому отследить, какие подарки, какие акции можно на моем Инстаграм-канале, подписка будет, ссылка, точнее, будет внизу, следите. И в общем-то, продолжаем с вами заниматься восстановлением себя любимой, да, вот красота требует не наших жертв, напомню, красота требует нашего желания и усилия.